картина Жоана Миро. Конечно, трэш, но он помогал Дали в одно время организовывать его выставки. То есть он немножко был покровителем его, как бы, художественным. И вот картина называется «Картина». Картина называется «Картина». Обалдеть! Ради одной этой картины Дали можно было идти в этот музей. Это ж его сон. За секунду до пробуждения с пчелой вокруг граната. И я думал, что она где-то ее выставляет, а оказывается, этот барон Тиссен-Барнемисса купил ее, он ею владел. И эта картина принадлежит данному музею. Это не как бы не одолжили из музея Дали. Обалдеть! Одна из его самых знаменитых картин находится в музее барона Тиссена-Барнемисса. Одуреть! Это просто невероятно. И вот еще одна картина Сальвадора Дали. Обалдеть, да. Ну, остальное современное искусство так себе. Но ради этих двух картин сюда стоило приехать. Я знал, что в зале Поп-арта будет Пабло Пикассо, Арлекин. Арлекин с зеркалом. Так Пабло Пикассо мог рисовать тоже неплохие картины. И вот уже пошел тоже Пабло Пикассо, Коррида. Класс, таких я, конечно же, не видел. Еще одна картина Пикассо. Вообще необычная. 1908 года. Стаканы и фрукты. Пикассо был мастер простоты. Обалдеть. Небольшая картина, довольно-таки. Супер. Голова мужчины тоже. Пабло Пикассо. Ищем голову мужчины. Обалдеть. Пабло Пикассо, голова мужчины.